Что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и вы находитесь на моем игровом канале Хардкорные прохождения с Михаилом, и только это у нас продолжение прохождения игры визуальная новелла «Когда плачут цикады» или «Фигура Сининаку Карани», и по счету уже будет 17 эпизод. В прошлом эпизоде, как помнится, там, в общем, усилилась постепенно паранойя, не знаю, как назвать вообще, можно, шизофрения нашего главного героя, который, в общем, видит во всех их только врагов. Везде во всех ситуациях видит, что только подвох, что в итоге пытается убить, на самом деле это не так. Потом в будущем выяснится по сюжету данной игры, данной новеллы. И в общем-то закончили на том, что в итоге ему позвонил этот Оиси, шеф полицейского участка, и в общем они ведут как раз диалог по поводу всего, что до этого случилось, что там его как бы Рена преследовала и многие другие моменты. Удерживая дыхание, я забил по мусору обеими руками. Он пытался найти, в общем, доказательство. Иголку, которую нашел в этом, Онигири или каком там, чё там, я уже забыл. Точно. Разная дрянь разлеталась вокруг, мерзко до тошноты. Но сейчас не время о таком успокоиться. Я прошелся несколько раз, но так ничего не почувствовал. Внимательнее бы просмотреть, но я все-таки на связи. Нельзя заставлять Аиси Сана ждать через меры долго. Следует спросить маму, заметила ли та иголку по ее возвращению. Я схватился за красную авторучку и в спешке накорябал на тетрадном листке магнитом, закрепленном на холодильнике. Следующее. Иголки не было. Затем я побежал наверх к телефону. Иголки не было? Алло? Что случилось? Не могу найти. Я, понимаете, тогда так расстроился. Ясно. Но надеюсь, вы ее найдете. Найдете? Приберегите, прошу вас. Ах да, там еще не только случай с иголкой. Надо ему рассказать еще про утренний наезд. Кстати, Аиси-сан, еще кое-что. Знаете, сегодняшним утром тот фургон точно пытался меня задавить. Косвенных улик для такого вывода более чем достаточно. Вы запомнили номера? Мы можем пробить их по своим источникам. Ах, черт. Я так тогда разозлился, что просто кричал вслед уезжающему фургону. И даже не подумал о номерах. Бляха-муха, и с иголкой, и с номерами такой грубый просчет. Я слишком увлекся защитой от опасности, чтобы сохранить ключевые улики. До чего же нечестно. Смолодушие и со злости я бухнул кулаком по подушке. Прошу прощения, ничего не заметил, только белый фургон помню. О, Майбара-сан, здесь не о чем переживать. Наезд машины любому встряску обеспечивает. Это все не случайно, я просто знаю. Молчание. На другом конце провода раздалось хмыканье Аиси-сана. Так и вижу, как он складывает руки. Еще вот, Рена вела себя подозрительно. Как именно? Сегодня днем на пути домой Рена спросила, почему ты поступаешь точь-в-точь как Сатоши-кун? Сейчас я могу сказать наверняка, Рена знает, что случилось с Сатоши. Ей известно, что тот не просто исчез. Рена что-то знает о Сатоши, похищенном демонами в прошлом году. Что именно вы хотите сказать? Рена сказала, что я поступаю как Сатоши. Кажется, она имела в виду, что если так продолжится дальше, то меня ждет его участь. Его участь? Она пояснила, какая именно участь. Она просто сказала, что тот перевелся. Перевелся? Рена говорит, что Сатоши перевелся. И если я продолжу поступать так же, как он, то и сам переведусь. А Аиси-сан еще мрачнее вздохнул, затем глухо крякнул. Ну, Майбара-сан, но угроза похожа. Или на упреждение. Ага, согласен. Тогда-то я вспомнил. Я метался, стоит ли признавать пришествие дел рук человеческих. Вдобавок к предположению о том, что убийца девочки, у меня есть и некоторые подозрения, что проклятие Аиси-сан сама не выдумка. Ясен пень, Аиси-сан рассказывать я не стану. У обеих догадок, впрочем, есть общая сторона. С Реной что-то не так. Принимая я за истину проклятие Айсера сама, или то, что вся деревня повинна, все сводится к Рене.
Рейна должна что-то знать. С ней что-то неладно. Кто она вообще из себя? Что несомненно ее причастность к серии загадочных смертей. Что несомненно ее причастность к серии загадочных смертей. Да, а если Сан-Диев ведь сказывал, что провел небольшое расследование насчет прошлого Рена. Назвав его небольшим, он, видимо, преуменьшал. Истина в том, что врылся он довольно-таки глубоко. Хочется расспросить его про Рену. Хочется знать о случившемся в ее прежней школе, обо всем, чего я не знаю о ней. Хочется знать, можно ли Рене верить. Нет, не совсем то. Правда, знать хочется. Всю ночь я проведу один в большом доме. Пускай на родителей надеяться не приходилось, их присутствие все же позволяло чувствовать себя защищенным, а теперь их здесь нет. Сей дом не замок, не крепость. Если кому-то захочется, в дом рваться проще простого. Других домов поблизости нет. Случись что, некому шум услышать. Теперь я как никогда пожалел, что из-за художнических замашек папаня поселился вдали ото всех. Из-за них меня может завтрашним утром здесь уже не быть. А потом я спрошу. Спрошу сейчас. Поэтому как раз вот был слышен звонок этот. Дверной. Он, видимо, не слышал. Главный герой наш. Ибо даже не знаю, появится ли другая возможность. Аисисан, я хотел бы кое-чем спросить. Пожалуйста, ни о чем не умалчивайте. Конечно, спрашивай что угодно. Хотя голос его и сам он столь далеки, на другом конце телефонного провода мне настолько ненадежным еще никто никогда не казался. Я спрошу о Рене. И разузнаю, что же случилось в ее прежней школе. Вообще-то, Рена. Этот звук слышится уже какое-то время. Погрузившись в разговор, вначале я не обращал на него внимания, но теперь я заметил настойчивый перезвон. Часы показывают 7 вечера. Для почтальона не то время, да и для соседей уже слишком поздно. Я подумал, а не притвориться ли, что никого нет дома, но тут же раздумал. Я многое сделал, чтобы показать присутствие дома всей семьи. Не стоит упускать весь труд на ветер. Ответить на звонок в дверь придется. Алло, Майбара-сан? А, простите, в дверь звонят, надо ее открыть. У вас гости? Тогда извините, что задерживаю. Покончим, стало быть, на сегодня. Нет уж. А, нет, я скоро вернусь. Вы согласны подождать на проводе? Само собой, вполне. Я не против. Я выронил трубку в матрац и ринулся в прихожую. Как-нибудь от гостя надо избавиться. Да поделикатнее. Что-то мне подсказывает, что за дверью та женщина, которая позвонила прямо перед Аисисаном. А значит, посетительница, соседка или мамина подруга. Мама плохо себя чувствует и пошла спать пораньше. Так и отвечу. Вполне надежно. Ну да, на самом деле там кое-то другой. Сейчас, помните, будет очень интересный момент. Довольно атмосферный и жуткий. Не потребует же она ее разбудить, коли слышит, что мама лежит в кровати нездоровая. А звонок уже довольно долго звенит через равные промежутки. Раз никто не отвечает после стольких попыток, неразумно ли махнуть рукою, да отправиться по свояси. Оставив цепочку лишь, я тихонько приоткрыл дверь и выглянул на улицу. По спине пробежали дурные мурашки. Вот ведь, я, в общем-то, всего ждал. Угадки про мамину подругу, лишь побег от действительности. Добрый вечер. Рена. Рене сейчас приходить незачем. И время-то какое-то подгадало. Она пришла только, я собрался расспросить Аисисана о ней же. Хотел бы я первым делом подумать о совпадении. Да только вспомнились зловещие слова, сказанные мион в этой же самой прихожей. Нет, ничего, о чем не знал бы дядя Мион. Рена, ты одна? Угу. Мион рядом не видать. Все-таки особой разницы нет. Чего тебе здесь надо? Китикун, открой, пожалуйста, дверь. Я с тобой поговорить хочу. Или Рене нельзя? Нельзя. И впрямь, говорить с одноклассницей через дверь на цепочке. Грубость.
Однако... О, мы всегда накидываем цепочку на ночь. Не обращай внимания. А, ладно тогда. Не можешь так, не можешь. Рена потупилась, выглядя удрученно и несчастно. Но она все же храбра, хоть и жалко попыталась улыбнуться. Хотя при виде таком сердце мое обливалось слезами, длительности я не ослаблял. Пока я за цепочку и хоть сердце и скручивает, но зато самой жизни не грозит ничего. Чего я по-настоящему боюсь, это не сняться цепочки с последующим нападением, Громил. А довериться Рейне, убрать цепочку и подвергнуться предательскому нападению с ее стороны. И пока держится цепочка, то хоть сердце рвется на части, Рена меня не напредаст. Видя, как я молчу и не собираюсь убирать цепь, Рена, похоже, смирилась с тем, что я ее не пущу. Ой, Кетикун, скажи, а ужинал ты? Нет, не ужинал я. Матери дома нет, ужина себя сам не приготовит. Придя домой, я сразу лег, потом проснулся от звонка. С тех пор я все время висел на телефоне. Порубать ничего не успел. Да и ужин-то рамен быстрого приготовления. Его в любое время съесть можно. А, не, еще нет. А тебе зачем знать? А, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Отлично. Погляди-ка. Я принесла кое-какую еду. Арена показала укутанную в тряпицу большую коробку. Если позволишь пройти в кухню, я разогрею для тебя мисо-суп. Да ладно, я так обойдусь как-нибудь. Ну так вкусно же ведь. Немного овощей с тофу. Кетикун, они тебе разве не нравятся? Нравятся? Не могу так сказать. Черт возьми, я обожаю здоровый питательный мисо-суп. Вскипятить солёной картошечкой, корнями лопуха, затем покидать редьки дайкона, туда морковки для цвета и вкусу. Арх, ну что может быть лучше знатного супа мисо с овощами? Еще рис принесла. Подержи его на плите чуток, а стол готов. Ну разумеется, куда же мисо супа без риса? Хряпни риса, смой желудок мисо супом. Ах, как же хорошо быть японцем. Можешь еще попробовать моих разносольчиков. Я теперь горные овощи засолила. До переезда в Кинамидзаву я презирал непритязательные горные овощи. Но, вкусив лишь разок, я сделался их рабом. Такая глубина вкуса, прячущаяся под простым обликом. Сравнение с ними у продающихся бакалейных овощей попросту отсутствует вкус. Можно, пожалуй, сказать, что те предназначены лишь для овощных новичков. Чтобы стать экспертом, каковой мне подобен, сначала полюбите-ка горные овощи. Больше того, широко известно, что рецепты маринования, передаваемые из поколения в поколение семьёю Рюгу, просто великолепны. Ах, какие же замечательные разносолы! С мягким, пышным, белым рисом они пойдут на ура. А еще. О, да тут еще больше. Звучит красиво. Красиво. Прощай, дурной я, которому хватало лишь кружки рамена. Рена счастливо предлагала обольстительно вкусный ужин. Напряжение пропало из кишок, заменившись лютым урчанием пустого желудка. Ровно как ранее, вызванная присутствием Рены, осмотрительность начала слабеть перед ее чарами. Рена сказала одна, так может впустить ее? Верно, еду она могла отравить, нерадостная мысль, но... И тут по спине вновь пробирал зловещий озноб, пробрал. Сейчас я не мог понять, почему вдруг. Только другой я внутренний вновь забился тревогой. Веселая манящая речь Рены просто про ужин, построена на одной предпосылке. Иначе на том, что сегодняшним вечером в моем доме ужина нет. Другими словами, предпосылка в том, что здесь нету мамы, способной приготовить мне ужин. В обычном доме ужинают где-то в 7 вечера. Если мать дома, пора есть и нам. Слишком чудно Рене сейчас приходить с ужином. Она знает. Рена знает, что родителей дома нет. Рена знает, что...
что родителей дома нет. Ну, очень возможен с ее стороны хитрый подход. Я многое сделал, чтобы напустить виду, показать, что дома родители. Подключал там лампочки, телевизор. Вполне возможно, Рена далеко не уверена в отсутствии моих родителей. Но так ли оно? Белье, гараж, газеты вечерние. Все так и выставляет признаки спешной уборки. Попробуй скажи, что Рена ничего способного вдохнуть ее на мысль об уходе родителей не видала. Однако признаваться мне теперь совсем ни к чему. Попробуй-ка цепляться за свою байку столько, сколько смогу. Да и цепь-то наброшена. Пока ее не сниму, Рена ничего не сможет со мной сделать. Ну, спасибо, конечно, да только, кажись, ужин вот-вот приготовится. Правда? Правда? Жаль, ты столько трудилась, но... В тщетных попытках найти подходящие слова, глаз мой сошел на нет. Но ты же не откажешься от второго. Обычно-то я с радостью, но нынче уже извиняй. Мама, понимаешь, кучу всего на второе готовит. Поэтому... «А, у тебя есть второе?» — ответила Ренни вымученная извиняющаяся улыбка. Однако чувство, какое упорно пытался не замечать, постепенно сбиралось по спине. Я говорил так, будто прямо сейчас мама готовила ужин, однако словами Рены оно не увязывалось. Рена исходила из одного очевидного предположения, которое основывалось на том, что более чем очевидно и для меня. «А ты, значит, знаешь, как готовить второе? И что же ты сделал?» «Нет, я так, знаешь...» Рена поразила меня своим очевидным предположением, что второе себе готовил я. Нет, скорее заключила, что я из твердой уверенности, что мама не готовила. На самом деле ли ты приготовил себе второе? А, Кейти-кун, повторяю, нет, я не готовил. Мама моя, вот кто готовила. Сейчас вот готовит. И тишина. И вот потому, понимаешь, извини, но у меня никак не влезет, что ты там принесла. Рена смокла. Показалось, тень покрыла блеск ее зрачков. Кейти-кун, давай-ка я угадаю, что у тебя на ужин? Чё тебе-то с того? Ну давай. Дай-ка подумать. Если не вглядываться, разговор выглядит из стороны естественным, но сейчас Рена перехватывает инициативу. Может, я слишком воображаю, но кажется, будто на перекрестном допросе. Твой ужин? Достаточно лишь вскипятить, и все, он готов? Ты издеваешься? Не смей оскорблять особенный ужин мамы. Она уже наготовила на целый маньчжура китайский стол. Изо всех сил, спуская пыль в глаза, я не мог удержать зубы от стука. Очень похоже, что со стороны я выгляжу беспокойнее некуда. Правда, Рена вообще внимания не обратила. Кейти-кун, по правде ли твоя мама сделала ужин? Так нет, говорю. Разумеется, она его не сделала, она его прямо сейчас и готовит. Вот-вот уж на стол подаст. Я предлагал ей принять, что мама дома, что мама готовит ужин. Рена даже не шелохнулась. Очевидно, чем больше я горячусь, тем холоднее становится Рена. Скажи, Кейти-кун. Через щелочку приоткрытой двери в прихожую пробрался пробирающий до костей знобящий воздух. А дома ли твоя мама, по правде? По правде? Слишком поздно включать дурака. Рена пришла, будучи совершенно уверена в отсутствии моих родителей. Однако, признать я сейчас уже не могу. Как-никак, мои родители здесь, и скоро ужин. Да так оно и есть, черт возьми. Именно так отвечу ей. Скажу, что мама находится дома. Ну да, я Синпень, она дома. Я почувствовал, как воздух стремительно пересыхает. Зрачки Рены поледенели, пронизывая меня застывшим взглядом. Зачем? А? А почему бы ей не... Я попробовал шутиться, но все притворство мигом рассыпалось. Стоило мне увидеть зрачки Рены. Ее взгляд. Еще до того, как она заговорила, он уже все ответил.
Зачем ты лжешь? Лжешь? Лгу? Разве? Ты ведь лжешь, не так ли? Да нет, я не... Лжешь! Рена рявкнула, и через мое тело жахнула молния. Жуткая картинка показывает. Рена видит меня через всего-навсего дверную щель шириной в 10 сантиметров. К тому же, через цепочку. И все же я загнан в ловушку. Можно сказать, мой дом обратился из места защищенного и безопасного в глухой тупик, где никто не придет мне на помощь. Так что же на ужин, окей, Тикуна? Вот загадка-то. Определенно Рена знает, что родители мои нынче не дома. Но пусть даже так, с ней что-то не то. Пускай она и прознала откуда-то, что родители уехали в Токио. Не может же она угадать мой сегодняшний стол. Но Рена утверждает, что может. Но как? Откуда ей знать, что у меня быстрорастворимая лапша в кружках? Я права? Она знает? Нет, постойте. Рамен в кружках обычная пища, он не умеющий готовить мужчин. Подсчеты показывают его самым вероятным питанием. Догадка ее ничего не значит. Одного рамена тебе не хватит. Тебе надо еще что-нибудь, рис, к примеру. Спокойнее, мои баракити. Совпадение лишь совпадение. Я уже верю, что Рена обладает некой особенной силой. Вот почему нервы шатаются даже от ее простых наблюдений. Но Рена вроде как не умеет читать мои мысли. Потому как иначе она была бы Йокаем. Еще раз аниме одно вспоминается, как это называлось так. Граница пустоты, что ли? Так, по-моему, главный герой как раз был Йокаем. Наполовину Йокаем, наполовину человеком. Да, какой-то там Йокай. Такого и быть-то не может. Он так тебе нравится? Ты про Рама, что ли? Не-не. Чё? Что-то понять, что написано, конечно. Первая часть отклика Рена показала, что я понял не так. И поскольку она была столь коротка, я, сбившись с мысли, не успел понять, что Рена сказала потом. Извини, Рена, что ты сейчас произнесла? Что? Что-то вроде так тебе нравится, что нравится-то? Пару секунд позже я пожалел, что спросил объяснение. Потому как ответ был совсем не тем, каково я ждал. Осмыслить его я не смог. Вкус порося с имбирем. Какую мину изображал я, пока не смог прийти к единой мысли. Поле зрения смялось, затем потихоньку завращалось и завертелось против часовой стрелки, спутывая внутреннее равновесие. Да откуда ты знаешь? Я уже не отпирался, придя в преступление. Почему Рене ведомо даже это? Я прижался лицом к дверному проему, вперевшись в нее бешеными глазами. Но Рена нисколечко не устрашилась даже моим озверением. Да, мы купили рамен с таким вкусом. Целую коробку накупили. Я лично купил. Так откуда ты знаешь-то? И откуда же? Жутко, не так ли? Не так ли? Почему она уклоняется, зайдя так далеко? Цепь охраняла уже не только меня. Почему ты знаешь? Откуда узнала? Отвечай. Ты купил его с Seven Smart. Верно? Еще холоднее пополз по спине озноб. Свой страх я перекопил в поверхностный гнев. Мне что, век тебя спрашивать, откуда ты знаешь-то? Ответ за тобой ушел, Кейти-кун, все время. Ты о чем говоришь? Я не совсем понял, что это значит. За мной шел? Я тебе уже говорила. Рена ходила за Кейти-куном все время. Хи-хи-хи-хи. Как и в тот вечер? В тот вечер, когда я, погруженный в разговор по телефону с Аиси-саном, даже не чуял, что с другой стороны двери, прямо за моей спиной, она там простаивала все время. Кейти-кун, я все смотрела на тебя, пока ты убирал рамен в кружках. Ты загробастал кучу всякого разного. Но твоя мама сказала, нельзя, слишком дорого.
Она сказала выбрать один. И ты выбрал свою любимую большую кружку вкуса порося с имбирем. Рене тоже нравится. Она любит вкус порося с имбирем у Ромена. Полную кружку, правда, доесть не сможет. Мозг разодрало болью, а все другие ощущения исчезли. Нечто вроде вложенного природой защитного отклика, предназначенного прогнать страх и защитить рассудок. Ужас рассеялся, как и слова Рены. А потом и значение их. Все рассеялось, как дымок. Тем не менее, страх остался. Ощущение такое, скажем, как идти по краю пропасти, с глазами закрытыми накрепко, чтобы не глядеть вниз. Я отодвинулся от двери и на шаг. И Рена шагнула ближе. «Ну же, Кейти Кун, ты меня впустишь? Можем поужинать вместе? Уверена, объедение будет. Ага?» Мертвенно-бледные тонкие-притонкие пальцы, извиваясь, как будто живые, ползли в дверной проем и заиграли с цепочкой. Если бы она ее вместо того разорвала, я поддался бы все-таки страху. Но Рена так не делала. Она хочет, чтобы дверь отпер я. Глубоко внутри я зверело пытался зажечь подмоченный порох. Я пытался снова и снова. Щелк-щелк. Ну же, вспыхивай, наконец. Горит твою так. Так ты откроешь, Кейти Кун, и иди домой. Всеми богами на свете прошу, просто иди домой. Почему ты такой грубый? Грубый. Иди домой сейчас, уходи. Иди домой. Порох внутри наконец воспламенился и разом зарывался. Я бросил себя на дверь. Вроде бы Рена от удара шатнулась, быстро. Схватившись за дверную ручку в обе руки, я дернул ее на себя. Но дверь, вопреки ожиданиям, не захлопнулась. Замена почувствовала отвратительный хруст чего-то, удерживавшего дверь от закрытия. То хрустели пальцы Рены. Каждый палец сам по себе извивался, подрагивая дверное расселение, словно щупальце какой-то плотоядной растительности. Больно. Больно, Кейтику. Больно. Ух. Вместо крика я услышал тихий, словно бы приглушенный стон. «Уходи, уходи, уходи!» Я сильнее потянул дверь на себя. До меня так и не дошло, что дверь не захлопнется, пока не дам Рене вынуть кисти. «Очень больно, Кейти Кун! Прости, если жестоко над тобой пошутила!» Плевал я на ее извинения. Сколько бы она ни просила прощения того, что натворила Рене, из памяти не сотрет. Ничего не изменится. Больно, больно же. Прости меня. Прости меня. Прости. Иди домой, проваливай. Но Рена не могла никуда пойти, даже пожелая она сильно, потому как я прищемил ей пальцы. Ее белые кончики пальцев покраснели, наконец-таки перестав дергаться. Прости, прости, прости меня. Уходи, уходи, уходи. Прости меня, прости меня, прости меня, прости меня, прости меня. Неровно сбиваясь от боли, она просила прощения, словно заевший кассету магнитофон. Просила снова и снова. Иди домой, иди домой, иди домой. Прекрати, прекрати, прекрати. Я рванул дверь сильнее. Тогда пальцы Рена в кои-то веки пропали с клещами охватившего их проема. Когда дверь победно захлопнулась, я через дверь услышал, как Рена упала на задницу. Я мигом запер дверь на замок. Он тяжело лязнул, объявляя Рене полное неприятие. «Прости, прости меня, прости меня, прости, пожалуйста, Кейти Кун, прости меня, пожалуйста, открой, Кейти Кун». Привалившись к двери, Рена повторяла одно и то же, прося прощения. Удостоверившись в прочности преграды между мной и Дорена, я понемногу начал осторожно пятиться от двери. С другой стороны доносились извинения Рены, жалобные звуки «прости меня», все зывающие к моему снисхождению. Мне нисколько ее не жаль. Не потому, что я бессердечен. Просто другие все чувства блекли перед облегчением. Избавился все же от Рены. Мне он грозил здесь, в прихожей, говоря, что нет чего-то, про что бы она не знала. И теперь мне то же самое в том же месте показала Рена. Все убогонькие попытки спрятать уход родителей с самого начала были обречены на провал.
Лучше бы я не отвечал на звонок в двери, чтобы все думали, что дома нет вообще никого. Мои скромные хитрости никакой пользы не принесли. Здесь, в Хинмедзаве, ни ее жителей не перехитрить. Пускай она отделяет от меня дверь, мне хотелось убраться подальше от нее, хоть бы чуть-чуть. Скажем, шажком назад всхлипывающие извинения Рена становились все отдаленнее. Я сбежал по лестнице в комнату. Как и надеялся, бесконечных прочитаний Рена больше не слышно. Я прыгнул на матрас и тут же подскочил от приземления на нечто твердое. У меня что-то в кровати? Оказалась телефонная трубка. А, да, помню, я разговаривал с Аисисаном. Поглядев на часы, я изумился тому, как мало прошло времени со спуска по лестнице. Батарейки, что ли, кончились? Столько с Рену и словами поперекидывал... Столько с Рену и словами поперекидывавшись, я не мог ложиться в столь короткое время. Но секундная стрелка по-прежнему двигалась, тикая каждую секунду, как и должна. Я поднял трубку еще теплую и приложил к ее уху, и замороженное время потихоньку оттаяло. «Алло, Аисисан! Прошу извинить за то, что заставил вас ждать». «Ничего, ничего, не так уж и много прошло». Определенное время для него шло по-другому, совсем не как для меня. Бодрая речь спортивного комментатора или кого там, доносившаяся со стороны Аисисана, показывала, как он далеко отсюда. Рена только что заходила. «Погостить?» — заглянула. «Я далеко не уверен во своей способности нормально разъяснить произошедшее Аисисану. Впрочем, сейчас мне больше всего требуется услышать о Рене, а не разъяснять случившееся». «Ага, я как раз собирался расспросить Аисисана о Рене, как раз перед тем, как та заявилась», — прервав разговор. «Я больше не разумею, что истина, а что обман. Одно только я знаю точно. Рена ведет себя странно. Расспрос Аисисана о подлинной личности Рены может помочь в лучшем осмысливании вещей. Я уже кучу раз раскаивался, когда лез в то, что во знании чего не нуждался. Только некуда уже падать, и достиг самого дна скорби. Не о чем больше жалеть. Вернее, особенно я хочу знать, есть ли что-то еще. В моем нынешнем состоянии ничто, могущее отныне случиться, странным показаться не сможет. И хочу знать все, про что я намерен узнать. И пока умирать не могу. Только не пока я ничего не смыслю. Вы хотите расспросить о Рюгу Ренесан? Да я к ней присматривался, но... Поверхностно? Значение слов Аисисана понятно мне. Поверхностно значит, что из расследования он узнал что-то, что не хотел рассказывать лучшему другу Рене. Я хотел бы узнать все то поверхностное, что вы нашли. «Да там для вас ничего увлекательного?» «Аисисан», — твердо произнес я в ответ на его уклончивости. И рёк следующее. «Рюго Рена вызывает у меня подозрения. Пусть даже мы предположим, что во всех происшествиях виновно проклятие Аиси Эросама, Рюго Рена остается с ними связанной. У вас есть несомненное доказательство, чтобы подкрепить ваши подозрения касательно Рена-сан?» Голос Аисисана делался жестким. «У вас есть доказательства?» «То слова детектива. Одни лишь косвенные». «А, понимаю». Сквозь телефонный провод и обстоятельно доносилось разочарование Аисисана. «Похоже на то, как ты вот рыбачишь, вот думаешь, попалась. Подсекаешь, а на леске ничего, кроме наживки, то бишь меня. Так вот оно и выглядело». «Аисисан, без явных улик вы ничего не сможете сделать?» За моими словами стоял другой, жесткий вопрос. «Без улик вы не поможете?» Раз Аисисан любит уклончивый разговор, он сможет понять мой скрытый намек. «Я пригляжу за вами, Майбара-сан. Все будет в порядке». Ни капли к его словам доверия. «Аисисан всего лишь использует меня в целях собственного расследования. Уверен, думает он лишь о ценности моего трупа для себя, если меня прикончат. Аисисан, для вашего дела моя жизнь или смерть может значить немного, но мне на сей вопрос отнюдь не плевать. Умру, для меня все кончится».
на другом конце провода Аэсис сохранил молчание. Загорячев выпалил, да не заботит. Пока до него иначе никак не доходит, в какое опасное положение вляпался. А потому, пожалуйста, расскажите про Рену. Сатоши перевелся. «Вскоре, должно быть, переведут меня», — так сказала Рена. «В таком случае, Аиси-сан, вы моего трупа, боюсь, не найдете. Вы ведь еще и трупа Сатоши не нашли». «Маибара-сан, пожалуйста, успокойтесь». Аиси-сан мог не увещевать, я и так уже совладал с собой. «Бесполезно рявкать на полицию, рявканье ничего не даст. В конце концов, положиться осталось только на себя, металлическую битву, оставшуюся на Сатоши. И все же я хотел услышать от него рассказы о том, что с Реной случилось до перевода сюда. Что ж, моя болезнь может показаться вам скучной. Согласны ли вы?» Осознавши, что мою целеустремленность ничто не способно поколебать, Аиси-сан все-таки уступил. С моей точки зрения, скучных вещей не осталось. Прошу начинать. Сначала я хотел бы вас предупредить кое о каких вещах. Слушаю. Попрошу вас ни перед кем не обмолвиться, хоть одним словом. Известно то, что я собираюсь поведать, частью домысла. Правдой может оказаться не все. Вас это правда устраивает? Правда может оказаться не все? Не пойму как-то. Централизованного расследования по серии загадочных смертей в Хинамидзаве не ведется. С каждым из ежегодных происшествий разбирались отдельно. Поэтому Рюго Рена ни разу не показалась в ходе расследования. Короче говоря, полиция Рена не занималась. И все вы сделали на частной основе. Вот как вы хотите сказать, да? Рад, что вы понимаете. Почти все услышанное в телефонном разговоре или с глазу на глаз. Поэтому подтверждением оно служить не может. Чего я хочу вам сказать? Не принимайте всю историю близко к сердцу. Вы понимаете так ведь? Все, молва? Уж да, иди-ка зато извиняюсь. Чего ж еще можно ждать от частного расследования? Но постойте-ка, разве не говорили вы раньше, что видали записи собеседования Рены с неврологом? Я точно помню. А если сам замок на секунду? Я на самом деле такое сказал? Ха-ха-ха. Просьба думать, что вам приснилось. Чихал я на взрослые трудности Аиси-сана. Лично мне никаких доказательств не нужно. Пусть у него даже одни сплетни, дыма без огня не бывает. Прошу рассказать мне Аиси-сан. Хорошо. Аиси-сан все же наконец повел свой рассказ. В давнее время Рена жила в Хинамидзаве. Когда она поступила в начальную школу, ее семья переехала в Ибараки. И затем, перед самым как раз переездом обратно, она перебила в школе все окна. А затем призналась врачу. Это все Аиси-сана. Вот и все, что я знаю. Доступное мне особо не отличается от того, что есть у вас, Мейбара-сан. Тогда к чему вы присмотрелись подробно? Мог, впрочем, и не выспрашивать. Ясное дело, расследовал он то происшествие перед самым ее возвращением. Вы приглядывались к сделанному Реной в ее школе, ее последующей исповеди доктору, так? Да. Из-за обнаруженного вы подозреваете Рену со всеми остальными? Верно, подозреваю. Так они подозреваемые? О, нет, я не то имел в виду под подозрением. Речь Аиси-сана обычно полна относительной уверенности, но вот сейчас его тон показался мне довольно-таки нетвердым. Ладно, тогда что вы подозреваете? Ну, Аиси-сама. Чего? Что-то я вот склоняюсь к мысли такой. Проклятие Аиси-сама, может, оно и настоящее. Что-то вот... Ха-ха-ха. Его сухой смех не располагал к ответным раскатам хохота. Понемногу Аиси-сан рассказывал дальше. О своих сомнениях после исчезновения Сатоши. Как тебя привели его к расследованию прошлого в жизни Рены. Внезапно пророкотал гром, на землю посыпался ливень.
Недавний весьма такой дождь. Очень сильный. Зашлепал по дому. Оттуда, где я оставил окно открытым, чтобы не запариваться, летел одичалый ветер, бешено захлопавший занавесками. Что-то случилось? О, да ничего, снаружи просто ливень полил. Извините, прошу продолжать. Ладно, в общем, что там дальше он расскажет, что там дальше случилось, в общем-то, мы узнаем в следующем эпизоде по номерам 18. На этом пока что все. Увидимся в новых сериях прохождения визуальной новеллы, когда почти цикады Фигураси Нинаку Карами. С вами был Михаил. В общем-то, если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии. Только лишь конструктивную критику без мата и оскорблений. В общем, дорогие зрители и подписчики моего канала, в общем-то, увидимся в новых видео. Всем до скорых встреч, удачи и всем пока. До скорых встреч. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far.